Недавно благоустроенный сквер на Стрелке перекопали. Там кругом уложены рулонные газоны, а систему полива для них, как оказалось, не предусмотрели. Поэтому газоны и дорожки, сданные еще летом, снова вскрыли. А что вы здесь делаете? Почему раскопали здесь все? Автополив. То есть автоматически потом будет поливаться. Ага. Газон. Ведь этот сквер открыли только вот в конце этого лета. И вот опять здесь все раскопано. Это не ко мне вопрос. Кто заказчик, я не знаю. Наверное, логичнее было сначала сделать систему автополива, а потом уже газон устанавливать. Наверное, да. А получилось? Ну, получилось как всегда. Логика это не по-русски. Ну, скорее всего, логично, да, что сначала, наверное, коммуникации делаются, какие-то подводятся, да, а потом высаживаются растения. Ну, то есть это понятно, что нелогично, но, как у нас всегда говорят, лучше сделать неправильно и вовремя, но чем правильно и опоздать. Слушайте, ну его же восстановят, а потом, ну тут же не весь газон сняли, ну часть газона там выкопали и заново закопали. Ну тут в основном всегда такое происходит, то есть плитку кладут где-то и обратно ее снимают, и перекладывают, или вот деревья, они тоже с ними что-то делали, поэтому мне кажется, это у них сразу в планы не входило. Скажите, пожалуйста, а скатки у вас здесь кто? Там... Человек работает, вы мешаете. Представьтесь нам, пожалуйста. Не хочу к вам представляться. Человек работает, вы мешаете. Нормально вот вы к нему подходите? А кто вы такой? Я? Вы какая разница, кто это такой? Вы ответственны за данные работы? Нет. Ну а зачем тогда? Ну зачем вы подходите мешать человеку? Мы да? Узнаем, что происходит со сквером, который открыли в конце лета, и вот сейчас опять перекопали. В чем проблема? Зачем? Ни в чем проблем никаких. Просто не мешайте, пожалуйста, людям работать. Сейчас мы закончим, все будет я здорово. Вам, если вы имеете какое-то отношение к данным работам, представьтесь нам. Не хочу вам представлять. Зачем вам должен представляться? Благоустроили сквер, открыли его в конце лета. Неужели нелогичнее было бы сначала сделать систему полива, а потом уже дорогу? Кстати, официальные комментарии, которые нам дали в центре 800, который является заказчиком работ, очень короткий. Там сообщили, что работы проводятся в рамках дополнительного контракта и будут завершены до конца октября.